Всем привет! Сегодня будем распаковывать вот такой огромный, ну не сильно огромный шахло жемчужный. Это первая волна. Мы купили его в дочках-сыночках. Это оригинал. Сейчас мы с вами его вскроем. Он бирюзового цвета, такой серебра. Вот у нас такой красивый. Это сюрприз. Сейчас мы с вами его откроем. Посмотрите. Очень красиво. Так, у нас их всего 6 штучек. Давайте откроем первый шарик. Какие тут всем посылки снимали. Вот это посмотрите. Какие маленькие. Сейчас вот так положим их, посмотрим. Они маленькие, какой-то феечки. Так, мы пока вот остановились, их куда положим обратно. Наши карточки, второй класс, еще одни ботиночки, одни ботиночки, туфельки. Растянувшие золотые замочки. Вот мы сейчас положим баночку. Баночку. Вот такую ячужку. Так, дальше открываем. Вау, тут у нас что? Тут у нас такая симпотная маечка. С ракушечками, как у Бешки прям. У фильма Бешки есть такая же маечка. Очень красивая. Так, следующий шарик. Тоже жемчужный. И тут у нас вот такая красивая маечка. Тут такой красивый китовик. Что мы видим сейчас? Это у нас такой красивый. Давайте как бы середину. Тут последний шарик. Юбочка, просто симпатяшка, просто золотая. Итак, и последний наш шарик. Последний шарик. Вау, у нас трусочки. Трусочки ёлочка. Вот все, убираем. И у нас огромная, огромнейшая бомбочка. Вау. С вами ее достали. Тут у нас тут наклейки. Это инструкция у нас идет.
Или клинка. Какие у нас футболки попадутся? Так. Сейчас я наберу. А, самое главное, ракушку показать. Ракушку. О, господи, она огромная. Две ладошки. Красивый счет. Так, сейчас мы наберем воды, и это все, пусть она будет шипеть так. И понравится на вкус, потом воды купят. Сейчас я к сестричке пока положу.